Антиспортивное питание. Так, трое. Все нормально, она моего возраста. И у нее слезы на глазах. Я на год младше. Я понимаю, что я очень опасаюсь разговаривать с людьми, которые вот так вот стоят и держат камеру. Это день был очень сумасшедшим, скажем так. Причем приехала даже Лора Беляева из Германии. Потом подошел я. Красайта, бак, зарубай, косяк, на ногах стоя. Алина, и мы видим, как уезжает последний трамвай. Сахара, смерть, нам не чай. Не свою дорогу нести. И по-черному, и по-азовски порядку. Вот пионер вожатый. Я не прорываюсь. По чуть-чуть. Попросили, чтобы не больше полуметра было. Не смазал. Так вот так вот. Я сижу, я все силы, которые у меня были, я старался потратить, чтобы не заржать. Задержу тебя в свой и провожу до двери, подам тебе простой поцелуй, не означает пока. Прощай, это прощай.